Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Блаженные Джустиниане с двумя канониками и святыми. Орденоне Джованни Антонио де Сагис. 1532 год. Холст. Масло. 420×222. Большая картина. Джованни Антонио де Сагис получил свое прозвище от названия родного города в провинции Венето. Странствуя по Италии в поисках работы, обогатившей художественную манеру мастера различными влияниями, началось в Ферраре. Венеция Порденоне воспринял уроки Джорджоне и Тициана в Риме Рафаэле, что сформировало его большой стиль, которым и отмечено данное полотно, исполненное по заказу для алтаря капеллы Ренье церкви Мадонны дель Орта. Лоренцо Джустиниани был первым епископом, носившим сан венецианского патриарха. В то время патриархат был перенесен из города Града. Его канонизировали только в 1690 году. В этой работе блаженный изображен в окружении святых Людовика Тулузского, Франциска Бернардино и Иоанна Крестителя, попирающего античную капитель как осколок старого мира и протягивающего жественного агнца в момент благословения каноников церкви. Ну, вот такое описание нашел картины блаженной Джустиниани с двумя канониками и святыми Порденоне Джованни Антонио де Сагис. Пока-пока, до свидания.